А уже вот это слово ЕС, если уж вводите санкции, то вводите, а не просто там языком чешите. Потому что у меня слово санкции ассоциируется с чем-то юмористическим, понимаете? Многие наши российские каналы уже так и некоторые программы называют санкции и там добавляют что-то еще. Что стращать? Давайте делать тогда уже. Я вот так скажу.